Сегодня у меня обзор на Jellybox SE. А перед просмотром не забудь подписаться на мой канал и поставить лайк. Сегодня у меня видос долгий, как видите, так уж давайте перейдем к его характеристикам. Смотрите видео до конца, там самое интересное. Вышел сам Jellic в 2021 году, 31 декабря. Но вот если его сравнивать с обычным Jellybox, то Jellybox Nano лучше, чем этот Jellybox SE. Вот, во-первых, в Jellybox Nano батарея на 1000 махов, а в Jellybox SE на 500 всего. И еще непонятно, зачем убрали кнопку в Jellybox SE. Нахуя непонятно. Хотя по сравнению с Jellybox Nano, Jellybox SE вообще варит охуенно. Вот как будто он не хмот, и в нем ватт 30-50. И еще по размеру он похож на мини-фит. Его размер 7,4 на 24,5 на 19 мм. Навал, как видите, у него вообще офигенный. Бак у него на 2,5 мл. Жижи в нем хватает примерно на полдня. Аккумулятор у него встроенный 500 махов. Сопротивление 0,8-3 Ом. Мощность от 10 до 13 Вт. Зарядка током 0,5 Ампер. Заправляется он так же, как и обычный Jellybox Nano сбоку. Вышел Jellybox SE в 5 цветах. Фото покажу выше. Заряжается он через USB Type-C. Испарики на него подойдут от обычного Jellybox Nano. Вкусопередача у него вообще охуенная, но почему-то испарики на Jellybox сгорают за месяц примерно. Если хотите не тратиться на испарики и быстро их менять, делать новый вид, то просто посмотрите мой старый видос, как сварить испаритель. Кстати, обзор на Jellybox Nano я тоже делал. Все это есть на моем YouTube канале. Ну что, ребят, всем привет, снова я тут. У меня починился телефон. И, кстати, сразу говорю для тех, кто не знал, у меня телефон в это время лежал в ремонте, был сломан. Там по починению то, что у меня дисплей пизда было. Вот. И сейчас у меня телефон починился, сейчас я снова записываю для вас видос. Ну, то есть уже до конца дописываю этот видос. Ну что, ребят, давайте снова перейдем к обзору. И, кстати, почему-то убрали в Jellybox SE вот эти вот индикаторы снизу. Типа в Jellybox Nano там все светилось, все мигало, но в Jellybox SE вообще не так. Типа в Jellybox SE есть один индикатор только тяги. Там горит красный, зеленый и синий цвет. Скажу сразу для тех, кто не знал. Ну, надеюсь, вы сами поняли, даже говорить не буду. И еще помимо этих всяких Jellybox Nano и SE вышел еще третий Jellybox. О нем я вам просто расскажу вкратце. А если хотите обзор на него, ставьте плюс в комменты. А вот и сам Jellybox третий, то есть Jellybox X. Если под этим видосом будет примерно 10-15 лайков и 5 комментов, где будет написано плюс, то я выложу этот обзор. Ладно, ребят, думаю уже с вами прощаться, видос у меня очень долгий. И тем более 50% моего канала не смотрит видео до конца. Ладно, ребят, всем пока, с вами был Синсайд Рэпер, смотрите видео до конца и всем пока.